Друзья мои, всех приветствую, всем приветики. У нас, девочки, сегодня обзор от интернет-магазина TikiTex. Заказывала, девчонки, себе вот такой вот классный, теплый кардиган. Так, мы сейчас посмотрим, девочки, с вами. Не кардиган, жакет. Жакет мусс, цвет малиновый. Ростовка 164, размер 54. Размер идет, девочки, от 44 до 58. Состав хлопок 80% и 20% полиэстер. Так, шьет у нас Натали. Такой вот, девочки, он приятный. Я его уже мерила. Он мне как раз на замочке. Все прошито, такие карманы. Хорошие, глубокие. Кто любит с карманами. В общем, вот такой вот жакет. Так, жакет, девочки, да. Теплый. У нас сейчас уже осень. И хочется тепленького чего-нибудь. Чего-нибудь. Так, в общем, жакет я вам показала. А, еще заказывала, в общем, вот такую вот тунику. Туника 48 размер. И состав. Так, сорт первый. Состав хлопок 100%. Вот такая вот туничка. Она у меня, в общем, на подарок. Так, шьет у нас тоже Натали. Так, заказывала футболки. Мужские футболки, девочки. Футболка Сириус, цвет индиго. Состав 95% хлопок, 5% полиэстер. Размер 48. Это я заказывала, в общем, Дане и мужу. Ну, я думаю, что они обе Дане пойдут. Так, ну и это такая же черная футболка. И так, цвет Сириус, но синяя. Так, и еще носочки. Носочки, девочки, здесь было три пары. А вторая, еще вот такая же пара была. Мы ее, в общем, одевали Матвейки. Ну, Матвейки, они, конечно, великоватые. Носочки такие хорошенькие. А вот эта вот пара вот такая, в общем, с таким вот рисуночком. Резинка хорошо тянется. А на TikiTex, в общем, девочки, различные носки. Детские, взрослые, подростковые. Это носочки 22-24 размер. А Марина, в общем, тоже их заценила. Сказала, что ей эти носочки надо отдать. Они хорошие. Так что, девочки, ссылочка на интернет-магазин TikiTex внизу в описании, девчонки. Заходите, смотрите, радуйте себя. Доставка, в общем, как доставка, девочки, доставка как по почте с деком. Потом оплата можно сразу оплачивать и можно, в общем, при получении. Так что, девочки, проходите и радуйте себя. Попозже померяю. Мягкий, приятный жакет, девочки. Цвет лавандовый. Поближе вам показать. Прям такой мягкий-мягкий. Теплый-теплый. Так. Вечера у нас, девочки, холодные очень. Так что легко и свободно застегивается замочек, капюшон, девчонки, рукав, такой вот рукавчик, кармашечки. Так, я думаю, видно. Что-то у меня тут. Я довольна, девочки, довольна, очень классный. Он был в новинках. Мне сразу приглянулся. Я говорю, дни у нас, дни даже холодные скоро будут. Сегодня день, конечно, теплый, но на холодные денечки вообще само то. Так что такой вот жакет. Там и жакеты, там и куртки. Там, в общем, выбор, девочки, на TikiTex довольно хороший. Ну, разбирают, конечно, быстро, и товар обновляется. Так что, девчонки,
Хороших вам покупок желаю. Заказывайте себе, радуйте себя. Друзья мои, всех приветствую, всем приветики. Решила, девочки, включиться. Занимаюсь переборкой помидор. Разбираю, в общем, добралась все-таки. Несколько дней собиралась добраться до них, в общем, и никак. Не доходили руки. А вот сейчас они у меня дошли. Помидоры очень быстро поспевали, портились. И кое-что даже выбросила. Так, ну и красных тоже надо, в общем, что-то делать с ними. Стою и думаю, что же мне делать с помидорами? Что же мне, девочки, с ними делать? Думаю, то ли закатать, то ли помидоры дольками сделать. Пока еще не знаю. Намыла банки. Пока муж водится, я думаю, надо ловить момент. Ловить, девочки, да. Отвечу на комментарии многочисленные. Многочисленные, ну не совсем уж прям много, но есть люди, писали, что муж якобы не работает. Не работает, и под этими комментариями ставят лайки, значит, люди соглашаются, значит, достаточно людей, которые считают, что он сидит дома. А вот хочу сказать, что муж не сидит дома, он работает. И график работы у мужа в летний период с утра до вечера, как обычно, с понедельника по пятницу. Субботу, воскресенье он отдыхает. Кто писал, что такого графика нет на железной дороге, ну, значит, вы плохо знаете. График, который был раньше, да, вот как зимой, девочки, зимой такой график. Муж, в общем, ходил в ночь, в день и 2 дня отдыхал. Было замечательно, да, но что, все? Ой, что я делаю? Вот заболталась, и помидоры кладу зеленые, девочки, вот так. Я только-только закончила видео на дневник мамы Ольги и отключилась, потому что неудобно, в общем, болтать и руками работать. Не могу сосредоточиться, как бы. Отвлекаешься, потому что что-то могу не то ляпнуть. Так что работает, девочки, муж. Каждый день ходит на работу, приходит с работы и водится. Водится. Водится несколько дней подряд, потому что работы много. Я сейчас в доме один. Сегодня вторую половину дня, получается, ну и включилась на дневник мамы Ольги тоже уже отсюда, с этой кухни, с этого дома, в общем. Так что здесь тоже много работы, девочки. Ну, кто впервые, мы живем в небольшом городишке и живем на 2 дома. Помощников у нас особо нету, у меня особенно, у меня был помощник, мой дорогой сынулька Виталя, он уехал, он мне очень хорошо помогал по кухне, девочки все видели, да, он у меня выпекал, стряпал булочки различные, ну, когда у него было желание, в общем, ему это делать нравилось. Сейчас, имея 2 маленьких малышей, я, конечно же, на 2 дома не совсем, как сказать, не то, что не справляюсь, вот некоторые так и пишут, да, не справляется. Не справляюсь, девочки, потому что 2 дома, или даже один дом, да, подразумевается, это всегда куча работы, никогда в доме работа не кончается. Это в квартирке можно, допустим, что-то сделать, помыть, почистить, облагородить и все. И приходить с работы спокойно, со спокойной душой, да, приготовить, покушать и отдыхать. Но здесь, кто-то писал, мы в квартирах работаем. Ну, разные люди по-разному живут. Кто-то и в квартирах впахивает. С работы приходит и еле ноги волочет. Ну, у меня вот муж примерно так же. Приходит с работы и еле ноги волочет. Но с детьми ему заниматься в радость, девочки. Так что для него это отдых. Он сейчас гуляет на улице. У нас сегодня замечательная, чудесная погода, девчонки. Так, перебрала вот корзину помидор. Здесь у меня тоже... Ой, здесь у меня тоже вот... Сюда вот так поставила, пока тут в ящике помидоры тоже перебирала. В общем, вот так. Бабка наш гуляет. Гуляет, пока я ловлю момент. Еще раз повторюсь. Так, помидоры надо мне куда-то убирать будет. Не знаю, куда. Места особого такого нет. Прям какого-то такого, чтобы поставить их, и они не мешались. Ну, в принципе, здесь не совсем удобно, конечно, они у меня стоят на морозильной камере, а в морозильную камеру я
частенько туда хожу. Сегодня варила пельмени, и, конечно же, все это пришлось убирать. Так что вот так, девочки, в общем, такие у меня тут делишки. Так, это я разобрала. Здесь надо будет еще тоже ящик. Вот здесь в основном красные. Ну и зеленых тоже немного есть. Ну, видно, видно. Так, отключусь пока. Перемыла, девочки, помидоры. Простерилизовала баночки. Немножко у меня маленький тазичек. Стерилизую по 4 банки. Вот литровые. Литровые, 700-граммовые одна. Хочу сделать помидоры дольками. Достала капусту. Немножко у меня капусты. Я поставила 2 баночки 3-литровых. Сделаю ассорти. Ассорти, капуста, в общем, помидоры и перец. Еще надо огурчики, но огурчиков нет. Может быть, они и есть там, но я не смотрела, насобирала, сходила перцев. Писали, девочки, когда-то показывала, много перцев нынче. Насобирала, в общем, они вот такие вот зеленые. Пишут, какой урожай, типа, зеленые перцы. Они, девочки, вот сентябрь месяц, они не поспевают. Все кусты в перцах, они стоят вот такие, как бы желта. Они сладкие, вкусные, но чуть-чуть у них присутствует такое, как бы жжение. Горчинка или не горчинка, острота, вот как. Ну и появляются вот такие вот красненькие. Только-только сейчас они вот такие вот появляются. Так что не знаю, вот такие перцы, в общем, в теплице. Укропных корзинок мало, очень мало. Все уже на семена ушли. Ну что, у нас сегодня 14 сентября все-таки. Так что есть в огороде еще? Что-то еще есть. Ой, перцев, девочки, много, конечно. Ну и помидоры. Помидоры еще растут. Так что я делаю? Намыла лук, начистила, в общем, чесночок. Чесночок, лучок. Сейчас буду лучок нарезать, надо торопиться. Так что на камеру я это делать не буду. Отключусь. Думала, включусь и поболтаю, но не очень удобно. Надо говорить и делать тут же. Так что займусь, в общем, баночками. Немножко сегодня сделаем. Так. Немножко сделаем помидорок дольками и 2 баночки ассорти. Я думаю, на 2 баночки мне хватит. По рецепту Наташи. Девочки писали, спрашивали. У меня на канале есть, я где-то когда-то снимала этот рецепт. Нынче я его не снимала, не делала. В общем, так что очень замечательный рецепт. Я всегда по нему делаю. По этому рецепту я солила и огурцы, и помидоры, с перцами, с капустой, в общем. Так что вот так. Положу вот так вот я, значит, немножко укропных корзиночек. Укропные корзиночки. Чуток. Так. Нарежу лучок. По чуть-чуть. Их слоями делают, как бы. Я буду делать так, как неудобно. Надо еще перец с горошком достать. Понемножку добавить. Нарежу помидорки. Но они у меня тут не сильно большие. Так что буду пополам резать. Думаю. И будет замечательно вообще. Помидоры, 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 овощи. Вот так. Легко и просто. Так, ладно, буду заниматься, пока отключаюсь. Так, столько у меня осталось помидор в этом ведерке. Я их не все сюда, конечно, сложила, целый тазик большой. Так, вот такие вот получаются баночки. Луку надо делать, конечно, по рецепту больше, но я делала этот рецепт неоднократно. Мы лук не любим. Я его много не кладу. Так, вот такое ассорти получается. Вода у меня уже почти закипает. Так что такое вот вкусненькое ассорти Наташа. Конечно, еще бы огурчики сюда полноценный, чтобы был рецепт. Но у меня неполноценный получается. Так что, ну что получается, то и съедается. Тоже вкусно. Еще помидорок намыла. Намыла. И получилось у меня, в общем, 3 баночки. 3 баночки, которые мы сейчас... Ой, присесть хоть 5 минут, 5 секунд. Будем сливать. Скажу, девочки, сколько чего я ложу.
рецепт внизу записывать не буду, потому что просили тогда у меня искать прошлогодний рецепт. Это, конечно же, долго, да? А, в общем, так. Обычно я делаю на две банки. Так, ну на одну банку, вот допустим, на одну банку ассорти Наташа нужно 1,5 литра воды на 3-литровую баночку, 4 ложки сахара и 2 ложки соли. Я делала, получается, 8 ложек. Так, 8 сахара, 4 соли, а у меня 3 банки. Ну-ка, сейчас буду я на 3 банки делать. Так, 8, 12 ложек сахара и 6 соли. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, и 8 соли. Так, 6, 8. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я делаю на 3 банки. В прошлый раз тоже по 3 банки делала. А что-то взяла 2 баночки, а получилось 3. Капусты немножко осталось, потому что... Так, ну что, будем сливать воду. Ну, я думаю, понятно. Многие так делают. Я не экспериментирую, девчонки. Я каждый год делаю один и тот же рецепт. Блин, ложкой надо было. Один и тот же рецепт, только ингредиенты разные. Вот и все. Бывает, делаю одни огурцы по этому же рецепту. Но бывает вот так, как сегодня. Все прекрасно стоит, ничего не взрывается. Пыталась какой-то год делать по другому рецепту, но это было давненько. Делали мы тогда с сестрой, с родной. И банки у меня что-то повзрывались. И все. С тех пор это самый лучший рецепт у меня. Так, вот эта баночка позже залита. Я сейчас тоже солью. Так, отключаюсь, девочки. Уксус 9%. 1/3 стакана. По рецепту. Я делаю вот так, в общем. У меня обычная кружка. 200 миллилитров. Я вот столько наливаю. Сейчас у меня закипит вода, я буду заливать банки и сразу заливать уксус. Так что, девочки, вот так, легко и просто. Кому нужен был рецепт, вот вам рецепт. Так что, кому надо, те воспользуются. Вот такая красота у меня, девочки, получилась. Закатала баночки, сделала немножко помидор дольками. Ах, горячее. Сейчас я вот так все это закрою. Чем-нибудь. Надо еще помидоры вот эти все завтра. Завтра уже. На сегодня не хватило времени, чтобы все эти помидоры переработать. Их, конечно, немного, но понемножку и заготовки прибавляются. В этом году я все равно делаю. Не так, что совсем не делаю. Ну, что сделаем, то и съедим. Сейчас надо еще чем-то закрыть. Так. Пойду сейчас купать детей. У нас время подошло уже детей искупать здесь. Потому что там... Ой, там не совсем удобно. Не совсем удобно. Удобно было, когда бежала горячая вода. Сейчас горячая вода не бежит почти. Так что сейчас купаем детишек. И время уже управляться. Так что сегодня большую часть времени провела в этом доме. Ну, работа на этом не закончилась. Сейчас помоем детей, управимся. И там тоже, в том доме, у меня тоже работа. Так что буду продолжать заниматься. Пришли, девочки, сюда, в дом 2. Давненько пришли. Уже снова туда сходила, в тот дом.
уносила вещи, разбирала стирки, в общем. Молоко у меня стоит, девочки. Так, ладно, молоко выключила. А здесь у меня еще вот такая вот работа. Хотелось показать вам грибочки. У меня это видео сегодня не смонтируется и не выложится. Это будет видео. Не знаю, в общем, не знаю, когда будет. Но сегодня у нас 14, девочки, сентября. 14 сентября, и у нас вот такие вот красавчики в лесах имеются. Сходила, насобирала, девочки. Да шучу. Аромат такой, мне сейчас надо их почистить. Почистить, помыть. Ну и морозилку убрать, потому что время уже позднее. Мне надо видео на дневник мамы Ольги монтировать. А у меня нет времени. Нет времени, потому что, девочки, сейчас вторая стирка отстиралась здесь. Надо развесить. Собирала стирки туда, уносила. В общем, хожу туда-сюда весь вечер. Бегаю. Так что некогда даже видео монтировать. Здесь уже 2 дня, знать или 3, не снимала. Ну, когда это видео выйдет, уже будет 4 дня, наверное, мы с вами не виделись. И я буду очень рада почитать ваши комментарии. Так что, девочки, такие милашки. Так, ладно, буду заниматься делами. Делами дальше. Ну, а с вами встретимся завтра. Девочки, всем привет! У нас новый день. И что я сделала со вчерашними грибами, которые вам показывала? Я вчера вечером, в общем, их намыла и нажарила их с луком. Вот так вот, сковородочки получилось немного. Сегодня отварила картофель. Простой в мундире. В общем, мы его натерли на терочке. И сейчас я хочу приготовить зразики. У нас тут кипит работа, в общем. Работы море. Работы у нас, скажи, море, да, Евонька? У нас сегодня готовится салат парамоника. Огромное спасибо моей подписчице, которая отправила, в общем, мне этот салат. Так что, девочки, сейчас начну делать зразы и вам покажу. Так, в картофель мы добавим 4 яйца. Все это перемешаем, посолим, поперчим. И получится у нас картошка такая прям липкая, хорошая такая. Так, сейчас, кто бы у меня взял девочку, сейчас начну делать. Так, добралась девочка делать зразики. Надо побольше брать вот так картошечки, делать вот такую лепешку. И кладем нашу начиночку. Вот так. И формируем. Формируем, в общем, вот так нашу зразинку. Конечно, панировочный сухарь желательно. Но у меня нет панировочных сухарей. У меня есть просто мука. Я буду валять в муке. И, конечно же, обжаривать на сковородке, которая стреляет уже. Так, ну что? Первая зразинка у меня получилась маленькая, вторая побольше. Сейчас постараюсь сделать равномерные. Так что сейчас приготовлю и покажу вам. Ну, вкуснятина это давно не делали. Вот такие румяненькие, девочки, получаются зразики. У меня тут немножко рагу, в общем, приготовила. В своей очереди ждет салат. Так что готовим, занимаемся делами. Пожарила, девочки, 2 сковороды большие вот эти. И здесь у меня получилась досочка на заморозку. В общем, хочу убрать в холодильник. И совсем чуть-чуть осталось грибочков. Так что на заметку, девчонки, кому-нибудь. Так вот, давайте побольше возьмем. Такую вот румяную зразину. Мы сейчас ее разрежем пополам. Я раньше такие делала. Давненько не делали. Грибов не было. Так. Вот так получается. В разрезе. Ароматная. Девочки, манящая зразинка. В общем, вкуснятина. Готовьте, девчонки, с удовольствием. Я на этом с вами попрощаюсь. Ссылочки, девочки, напомню, на интернет-магазин Тикитекс внизу в описании. Ссылки на наши социальные сети тоже внизу. Заходите, девчонки, в описании, там все есть.
Так что огромное вам всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока-пока.